делегация в советском посольстве, которое занимало большую территорию с хорошим парком, где находились несколько зданий, окруженных прочной оградой. В Тегеране главное управление охраны обеспечивало не только советскую делегацию, но и американскую, так как президент Рузвельт и сопровождавшие его лица имели резиденцию на территории нашего посольства. Английское посольство, где остановился премьер-министр Черчилль, находилось поблизости, а вот американское посольство находилось на другом конце города. Чтобы добраться до него, нужно было проехать большое расстояние по улицам. Все это таило в себе много опасностей. Шпионов в то время собралось в Тегеране немало. И, как нам стало известно, готовилось даже покушение на Рузвельта. Сталин предупредил об этом Рузвельта и предложил ему приехать в наше посольство. Рузвельт согласился.